Здравствуйте, мои дорогие садоводы и огородники, и цветоводы. Сегодня я вам буду рассказывать, как ухаживать за такими необыкновенными, волшебными растениями, которые называют орхидеи. Многие цветоводы, вообще, ну и все, кто выращивает в комнатных условиях цветы, вот все сейчас покупают орхидеи, потому что они настолько модные, настолько популярные, что вот я захожу в магазин, я вижу, все хватают орхидеи, и правильно делаете, потому что, ну, сами видите, это волшебные, это божественные цветы. Я вот сейчас так вот сижу и думаю, боже мой, мне кажется, вокруг меня летают бабочки разные. Вы смотрите, какая красота. Это что-то невероятное. Окраска цветков. Ну, какой только окраски нет. И малиновая, и бордовая. А какие белоснежные орхидеи. Это вообще чудо, когда вот такие белоснежные. Я как-то где-то видела, стоят одни орхидеи, прямо вот такие белоснежные, такие вот красивые, просто вот чистые цветы. Я вам все-таки скажу несколько полезных советов. Во-первых, вот вы пришли в магазин и начинаете выбирать орхидеи. Первым долгом вы должны орхидеи взять, чтобы орхидея росла в прозрачном горшочке, чтобы вы видели, какие тут корешки. Вот особенно вот эта орхидея, которая вот на арке цветонос расположен. Посмотрите, вот здесь вот корни, вы должны обратить внимание на корни, это первым долгом. И они такие зеленые-зеленые. Значит, земля не была сухой, земля всегда увлажненная, и корни становятся зелеными-зелеными. Такую орхидею надо обязательно брать. Но если вы заметили, что эти корни, они будут, сейчас покажу, какими, белыми, ну вот белые такие вот, здесь тоже зелененькие, тоже хорошие орхидеи, но вот такие вот беловатые, но это вот в земле, то значит эту орхидею мало поливали, не ухаживали за этой орхидеей. Поэтому лучше брать, конечно, когда корни зеленые. Это одно. Второе. Когда орхидеи цветут, то их нельзя пересаживать. Из этого горшка, в котором вы купили, в другой горшок. Пересаживают орхидеи, когда они отцвели. Вот отцвели, и вы берете, вот смотрите, такой вот тоже прозрачный, но с отверстием, чтобы вода не застаивалась. Видите, на блюдечко и такой красивый горшочек, можно сказать. И будет еще расти какая-то такая необыкновенная орхидея, это просто декоративность необыкновенная. Если не прозрачный горшочек, можно купить горшочек вот такой, но он весь-весь в дырочках, потому что корни любят вот такой вот воздух, будут выходить корни наружу, и поддончик вот такой, вот такие. Больше плотные горшки, такие как глиняные, так, такие горшки не надо высаживать орхидею, когда она не цветет. Значит, когда она цветет, за ней просто ухаживают. Какой уход за орхидеей? Во-первых, как ее начну с полива? Вот поливает орхидея, например, раз в 10 дней надо. Что для этого? Берете сосуд, наливаете воды. Воды наливать, ну, почти вот как высота горшочка. Можно чуть-чуть поменьше. И полив можно всегда совмещать с подкормкой. Сейчас все покупать только готовые. Подкормку для орхидей и субстрат, в который вы будете пересаживать,
только готовый, где там специально и кора, и в общем-то подкисленность. Только таким образом. Не надо ни в коем случае брать особенно землю там с теплицы, с грядки или какую-то землю купили, неизвестно там. Надо только написано удобрение для орхидей, подкормка для орхидей и почва, грунт тоже, субстрат по-другому назвать, субстрат для орхидей. Вот тогда у вас орхидеи будут очень хорошо цвести. Посмотрите на цветонос, вот стебель, да, вот стебель. Если этот стебель у вас почернел, вот, почернел стебель, цветонос, то нужно обрезать до конца этот стебель. Вот, например, вот обрезала, я вижу, что стебель весь черный, да, и цветки стали увядать. Я этот стебель обрезаю до конца и жду появления нового цветоноса. Это вот запомнили. А так некоторые говорят, ну вот уже увядание цветочков, что делать? А стебленос зеленый хороший. Как продолжить цветение? Допустим, что вот этот вот все повяло, да? А цветонос сам, вот стебель зеленый. Так вы должны этот стебель не обрезать. А вот последний вот цветочек, вот видите, вот последний, над ним... И как бы вот это вот срезать, вот остальное соцветие завядшее. И оставить только нижний. Пусть он тоже увял, повял там вот этот цветочек. Но его оставить. И вот из него, из этой почечки будет продолжение этого цветоноса. Вот как вот у этого. Вот здесь вот срезано было, да, вот, и оставлен здесь был один цветочек. И из этого цветочка, из пазухи, видите, новый побег пошел, и от него пошел вот новый цветонос, и он опять зацвел. То есть вот когда растение увядает, цветы все увядают, вы должны срезать все цветы, но последний цветочек оставить и над ним оставить пенечек 1 сантиметр, чтобы из пазухи пошел продолжение вот нового побега цветоноса, чтобы на этом цветоносе пошли, вот они пошли, новые цветки. А то вы увядают и не знаете, что делать, обрезать это или не обрезать. Так вот, если цветонос зеленый, то его нельзя обрезать. Он будет продолжать еще цвести долгое время. Как вот поливать и как подкармливать? Еще раз говорю, что вы берете сосуд, наливаете удобрение то для орхидей и ставите этот горшок в этот сосуд с этим раствором, ну, от 15 до 30 минут. Если небольшой, то 15 минут, а если он большой и горшочек большой, то это где-то надо 30 минут, чтобы полностью горшочек, как говорится, промок земляной. И земляной ком промок. И через 10 дней снова эту процедуру будете повторять. И подкормка, и полив – это совмещается. Обязательно нужно опрыскивать листья. Цветы они опрыскивают, а по листочкам обязательно опрыскивают. Это очень они любят. Вот так цветочки можно протирать, как я вам уже рассказывала, что нежненько вот берете, когда у вас есть время, вот так вот нежно протираете его. Вот. Ну и не надо вот такие вот солнечные лучи. Жару он
не любит. Температура, как обычно, 20 градусов, ночью не ниже 15-16 градусов. Притом еще хочу сказать, когда вы ставите горшочек в раствор, смотрите, чтобы вода не была холодной. Вода должна отстойной, а лучше даже кипяченая вода должна быть с удобрением. Вот. Некоторые еще делают какую ошибку. Вот они увидели вот такой листочек, желтенький, посмотрите, дорогие цветоводы, и вы начинаете его сразу выщипывать или обрезать, вот этот желтенький цветочек. Не надо, это не больной, это просто отрезкой какой-то стресс был, какая-то температура менялась, и листочек немножко пожелтел. Он обязательно восстановится, и листочки не срезайте, это второе. Вот. Потом еще, чтобы он действительно у вас все любовались, чтобы орхидеи были очень декоративные. Некоторые корни, видите, они торчат. Но вот бывает так, что эти корни тоже надо, и когда вы будете вот в растворе мочить, чтобы корни все были мокрые. Но если их очень много, ну вот мне, например, вот эти вот корни не нравятся, вот их достаточно, я лучше возьму и вот так вот осторожно срежу внизу, чтобы более декоративный. Вот тут много корней и достаточно для этого растения. Как у всех растений, у орхидей тоже бывают вредители. И бывает вот паутинный клещ, ведь надо же. Так вот, есть такой препарат, есть такая таблетка «Искра золотая». Очень хорошо ей обработать от клеща паутинного. Но можно обработать карбофосом. Ну, там дозы, ну, читать надо инструкцию, как разводить. Вот. Клещ – это очень страшный вредитель, и он может за неделю ваши листья все засохнуть и погибнуть. Это нам не надо. Нам надо так, чтобы листочки были вот такие вот, ну, обаятельные, красивые, зеленые такие вот, здоровые. Вот. Ну и, конечно, тля. Но от тли у нас очень много всяких препаратов, поэтому от тли опрыснуть. А когда, если вдруг паутинный клещ вы опрыснули карбофосом, и тли нету, если когда будете опрыскивать, нужно орхидеи поставить куда-нибудь в такое местечко, даже вот в ванную поставить, и там хорошенько опрыснуть. И даже опрыснуть вот почву. Значит, пересадка, еще повторяю, пересаживать орхидеи, купленные в магазине, пересаживают только тогда, когда они вот отцветут, и можно сразу пересадить, и тогда обрезать, и оставить, как вот я уже сказала, последний цветочек, чтобы дальше цветочный побег пошел и стал давать вот эти вот замечательные, необыкновенные цветки. Ну вот и все, брызгайте побольше на листочки, потому что это здорово, такие они будут чистые, красивые, а когда опрыскиваешь, листья влажные, и клеща у вас не будет. Будет все хорошо. И орхидеи вас будут очень радовать. Выращивайте орхидеи, потому что они, ну просто, я не знаю, дают человеку какое-то необыкновенное, радостное, счастливое настроение. До свидания. С вами была Октябрина Ганичкина. Абрикосы, грецкие орехи, фундук, тутовник и даже растения из красной книги. Вся эта флора вполне может произрастать в холодном уральском климате, более того, не требуя особого ухода. В саду у Романа Нагуманова совсем нет яблонь и смородины. Уже 15 лет он занимается разведением экзотических растений. На просьбу рассказать о самых уникальных Роман теряется и говорит, что каждая из них интересна по-своему.
Например, пион тонколистный – цветок, который внешне напоминает тюльпан. Родом он из Алтая, произрастает также в Западной Сибири. В 60-х, 70-х годах его истребляли из-за того, что у него лечебные свойства. Потом его внесли в Красную книгу Украины и России. Охраняемое растение, очень интересное, экзотическое. В переводе с английского переводится как папоротниковый пион. И известно то, что произрастает даже на территории Сургута, а это считается уже как бы крайний север. То есть растение очень морозостойкое и не требуется особого ухода за ним, укрытия на зиму. Сладкий запах меда в саду Романа распространяет растение под названием Фатергилла большая, ее родина Северная Америка. Очень морозостойко, хотя растет медленно. Красивые ёршики истощают приятный медовый аромат, нетребовательно в уходе, цветет тогда, когда уже все отцветает. А это экзотический картофель, известный путешественникам в Индию и Китай. Оно мало того, что экзотическое, красиво цветущее, оно еще и съедобное растение. Называется батат. Его есть несколько видов, вот даже можете сравнить. Разные листва у них. Это такие же клубни, как картошка, тонкая кожура. Готовят из него очень много блюд, даже в отличие чем от картошки, во много раз. Оно является профилактическим от онкозаболеваний. Причем из одного клубня получается много вот таких ростков. То есть в отличие от картошки не нужно много заготавливать. И хранится все это при комнатной температуре. То есть не нужно погреба, не нужно... То есть просушивать, это все хранится в домашних условиях. С одного клубня, то есть, можно получить до 30 саженцев, из которых вырастет по 5-6 килограммов вот этого вкусного батата. Жимолость покрывальная, венерин башмачок, канадская ель, магнолия кобус, аризема приморская. За необычными названиями скрываются приятные глазу растения. Интересное растение еще. Жимолость покрывальная. Цветет оригинальными желтыми цветочками, но сама красота, когда завязываются черные блестящие ягодки. Тоже морозостойкое, неприхотливое растение. Как бы для Урала хорошо себя чувствует, не подмерзает. Тоже вот интересно, только-только начинает раскрываться. Венерин башмачок. Очень редкий на Урале. Их у нас в горах произрастает 14 видов. Растение занесено в Красную книгу. То есть, если вы увидите в лесу, то не срывайте. Очень оригинальное растение коника, канадская ель, сорт Альба. Она практически не горит, растет медленно, но очень оригинальный вид у нее, очень красивая. Единственное, можно выбирать ей место, чтобы была полутень. Тогда она, ну, практически не горит. Я не помню, чтобы за 7 лет она у меня хоть раз подгорела. Интересное растение, экзотическое, родина у него Приморский край, аризема приморская, очень морозостойко, лечебное растение, неприхотливое, красивое, оригинальное, экзотическое, подходит для любого уральского сада. Рядом произрастает магнолия, Red Baron, но она из семян, правда, еще маленькая, зацветет на 6-й год, но зато растет без укрытия, хорошо. Черная сосна австрийская, можжевельник скальный. Тоже интересное растение, такое необычное, как будто по дороге в Тоскану. Все, что сегодня зацвело буйным цветом, через некоторое время начнет плодоносить. Тогда появится повод встретиться снова и расширить свои знания в области ботаники. Ценители современной поэзии знают Владимира Гинтера как автора философских рассказов, двухстиший и эпиграмм, а также лирических произведений. Литературным творчеством Владимир Оттович увлекается давно, а с прошлого года, после учебы в Институте культуры, на курсе у профессора Нины Ягодинцевой, секретаря Союза писателей России, это увлечение стало профессиональным. В этом году автор получил золотые медали сразу двух литературных конкурсов. Но в том году были два конкурса, это 125 лет Маяковского и 220 лет Пушкина. Свои произведения именно по тематикам я туда и туда отправил.
Честно, я думал, буду просто номинант. Ну, видимо, что-то людей задело, да. Одну медаль получал в Доме Союза российских писателей, вторую медаль получал в Доме правительства. Любить как можно тише, сын, старайся, ведь предают нас, помни, втихаря. С хитринкой плыть по жизни не пытайся, жизнь постигай любви благодаря. Грех греху рознь, так выбирай тот рай, где грех дает нам радость, наслаждение. Но помни, и не только лучше знай, всему есть в мире мера, Божье убеждение. Я уже давно понял технологию, и благодаря Ягодинцевой Нине Александровне. Вот что-то делаешь, да? Не получается. Вот брось. Я 100% знаю, что потом буду перечитывать. Без всяких затруднений придет та мысль, которую я не могу напрячь вот в данный момент. Если я беру, по новой перечитываю, у меня 5% это исправление идет. Просто вот сам удивляюсь, а почему это именно так рифма не пошла. Еще самое интересное, ты каждый день, да, что-то читаешь, ну, 2 часа это минимум, что-то новое познаешь, да, иногда и 6 часов. Естественно, ты когда перечитываешь старые книги, у тебя мысли-то уже абсолютно по-другому. Ты опять чего-то напитался, и ты уже не согласен с той мыслью, которую ты уже запечатал там в стих или в афоризм. Круг интересов и сферы деятельности Владимира Оттовича широки и масштабны. В 2018 году открылся памятник жертвам политических репрессий в городе Копейске. В этом проекте он участвовал не только как депутат и общественник. В том году мы с Союзом предпринимателей под руководством генерального директора компании «Сигма» Махровым Александром Евгеньевичем в том году открыли памятник репрессированным. Но открыть открыли, нужны были эпитафии. Их было 3 на этом памятнике. Одна Ахматовая и 2 мы уже как бы... Но чтобы выбрать 2 эпитафии, мне пришлось написать, наверное, их 3. На костях рай заветный безумцем рождался. Кости всюду лежат, рай в мечтах лишь остался. Сбудоражена память безумием этим. Как же мы объясним те репрессии детям? Обреченный ГУЛАГ выбор свой предлагал. Или голод и холод, или трудом убивал. Сухая статистика, личности нет, лишь мистика страха, безумством ответ. Любую эпитафию ты вначале прокручиваешь в голове, да, как это все происходило, сопоставляя то, что ты знал чуть позже, то, что знаешь сейчас, проводишь какие-то параллели, ну и... Понимая, что миром правят 2 вещи – это страх и любовь, любовь, основанная на свободе, то есть пытаешься внести какую-то частичку, да, в развитие нашей России, чтобы эти вещи больше не повторялись. Как за границей все произрастает, какие запахи там флора набирает. В их мире не природа, дар земной, в нем каждый дышит сердцем и душой. Смотрю на наши села-города. Все как-то криво, скучно и уныло, и грусть съедает душу и тоска, как все же бесхозяйственность постыла. Вот клен валежнику подстать. Кому ж густую прядь убрать? Кустарникам подрезки нет, растут бурьяном и в разброс. Какой же трудится эстет, с кого спросить? Вот в чем вопрос. Глушь заросли порочат очи дом. Как жаль, что вместо рая чудной флоры, о коих с гордостью с рождения поем, так сильно заросли родимые просторы. И почему не заменить их тополями, без пышных пуховых даров, что радует людей вполне веками, или ивой в благолепии шаров? А как дубы, каштаны, сосны, ели, кому же их красоты надоели? Я ясно помню смуты времена, в озеленении нуждалась вся страна, тогда и флору черенками натыкали, как и везде успех апортовали. План пятилетки выполнен досрочно, эффект уныло виделся ж побочно. Мы творчеством не славились тогда, всего хотелось быстро, получалось как всегда. О красоте же просто не мечтали, бездумные советы тупо выполняли. Пришла пора ошибки выправлять, державу от безвкусицы спасать. Я как бы с самого детства, да, как бы... Понимал, что что-то много не то идет. Вообще, ну просто понимал. И в 10 лет, и в 15, и в 20, и в армии, и после армии. Я понимал, что-то не то происходит. То есть, в общем, какой-то туман.
Мир несовершенен, да? Мир несовершенен, много обмана, говорят одно, делают другое, все на самом деле еще и третье. Да? А потом, когда вот этот занавес проржавел, я еще помню, когда у меня сестра старшая приезжала из Венгрии, ГДР, Румыния, блин. Думаю, почему у них все по-другому? Вещи другие, все, все другое. Там, это. Потом, когда стало все вымываться, вот у меня на глазах, да, скажем так, в столичных городах в советское время, ну, я в 82-84 году, ну, секрет, я в отпуск ездил в Москву за товаром, за продуктами и так далее, потому что здесь, кроме как с черного хода, ничего не возьмешь. Тоже я думал, что это неправильно. Страна большая, вроде, говорим, самая обеспеченная, на самом деле, элементарного там кофе нет. Элементарных там фруктов нет хороших. Если есть, то гнилые, бешеные очереди. Ну, то есть много, много непонятного, да. А потом, когда занавес открылся, когда, не знаю, я этот ветер перемен сразу почувствовал, как-то я лет 5 без выходных, без отпусков. И я никогда не уставал, это мне давало энергию. Работал. Ну, естественно, мне энергию давало это то, что я всю жизнь занимался ландшафтным дизайном. Лет 30 я все время что-то сажал, что-то высаживал, какие-то вещи, камни, коряги, вот это все. Потом, когда ваяешь, в это время к тебе приходит бизнес-идея, когда ты делаешь, скажем так, первое время грядки необычные. Сейчас ротарии, различные альпийские горки, это все дает, в общем, энергию, обратную связь. И в бизнесе хорошо, и думается лучше, и читается хорошо. Руководящая работа и политическая деятельность подталкивает на создание философских и сатирических произведений, в то время как любимый ландшафтный дизайн, семья и близкие вдохновляют на лирику. Это стихотворение, посвященное моей жене, как бы написал за утро, спонтанно, не подумал, что так. Мне оно нравится, понравилось. И, в общем-то, и номинации. В твоих лазурно-сказочных глазах я б с упоением тонул или терялся. А может быть, в дыхании твоем, как воздух, безмятежно растворялся. По сути, я российский пилигрим. В натуре весельчак и моногамен, мне не важна косметика и грим. Я чувственностью слова к тебе славен. Рисуя образно-загадочный эскиз и дальше в путешествие пускался. По бархатному стану, словно сказки вниз, и через нежность к бедрам прикасался. И ради мной любимых стройных ног я с ними бы в гармонии сливался, хватая в тишине любви глоток, я святостью бы это упивался. Но ненадолго. Я не батюшка, не бог, а искуситель. Словно гадкий змей, но не мучитель, я бы с умилением бы снова поднимался, и синусоиду любви я бы в мыслях повторял, в нее нырял и, поднимаясь, опускался. И вновь в твоих магических глазах, всем сердцем погружаясь, наслаждался. В конце концов, все имя Настя прошептал бы да так, что сам Господь на небесах на радость нам бы скупо улыбался. Если раньше редкие породы кошек можно было сосчитать по пальцам, то сейчас выводятся все новые и новые виды, как, например, курильские бобтейлы, которых часто сравнивают с рысью, благодаря окрасу, торчащим ушам и короткому хвосту. Вот у них на лапках, и вот здесь вот шерсть между подушечками, эта шерсть защищает их от того, что они на Курильских островах лазят по камням, и вот чтобы не поцарапать подушечки, у них, соответственно, растет здесь шерсть. Хвосты у них, так же, как, наверное, у нас отпечатки пальцев. Ни одного повторяющегося хвоста. Они бывают от 2 сантиметров до 7, это идет стандарт. Задние лапы у них выше, чем передние. Это дает им прыгучесть. Прыгают они 1,5 метра с места легко. В среднем коты достигают 80 килограмм. Тяжелый костяк мышц. У них не жир, а мышцы. Девчонки достигают 5-7 килограмм. Но весь расцвет сил и расцвет этой породы у них происходит в 3 года. То есть до 3 лет они еще формируются.
Победы этих трех питомцев на российских и европейских выставках всколыхнули интерес к новой аборигенной породе. Курильские бобтейлы буквально очаровали своим неповторимым обликом и прекрасным темпераментом. Самая первая девчонка, вот Ксения, она пока единственная в питомнике с титулом чемпиона мира. То есть чемпион мира, он закрывается на нескольких континентах. Не одна выставка нужна для закрытия титула. Практически полмира объездили с ней, чтобы завоевать эти титулы, хорошие места. Ну а, естественно, судят в основном по типу, по ушам, по голове, особенно по подбородку. Подбородок должен быть у них очень достаточно сильный. По окрасу, темпераменту, ну и, соответственно, по хвостику. Кошки такой породы не требуют особого ухода. Ксения, Лис и Зефира прекрасно уживаются с другими домашними любимцами, как, например, кот Бакс, которого хозяева нашли на улице.